Благо человека любит. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Из беседы святителя Иоанна Златоуста по учению. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 11 стих. Отче святый, соблюди их во имя Твое. Но почему он непрестанно говорит, я не в мире, и так как я оставляю их, то поручаю их тебе, и когда я был в мире, я соблюдал их. Стих 12. Кто станет понимать эти слова просто, тот придет ко многим нелепостям. Возможно ли в самом деле допустить, чтобы его действительно не было в мире, и чтобы, отходя, он поручил их другому? А те слова сказаны как бы простым человеком, который навсегда разлучается с ними. Видишь ли, что он говорит весьма многое по-человечески и приспособляясь к их понятиям, так как они думали, будто в его присутствии они будут безопаснее. Потому-то он и говорит, когда я был, я соблюдал их. Но ведь он не сказал, приду к вам. Иоанна 14 глава. И я с вами до скончания века. Матфея 28 глава 20. Почему же теперь говорит так, как бы действительно намеревается разлучиться? Это, как я уже сказал, приспособление к их мнению, для того, чтобы они несколько успокоились, слыша, что он говорит, так и поручает их отцу, так как они после многих его, с его стороны утешений не убеждались, что он, наконец, обращается с беседой к отцу, высказывая сильную любовь к ним. Он как бы так говорил, так как ты призываешь меня к себе, то утверди их в безопасности, потому что я к тебе иду. Что ты говоришь? Разве сам не можешь хранить их? Конечно, могу. Для чего же говоришь это? Чтобы они имели радость мою совершенную. Глава 17-13 стих. То есть, чтобы они не смущались, будучи еще несовершенны. Этими словами он показал, что все это говорил, так как для их успокоения и радости, иначе слова его представляются противоречащими. Ныне же я не в мире, но они в мире. Так действительно думали ученики, а он приспособляется к ним. И если бы он сказал, я соблюду их, они не столько поверили бы, поэтому говорит, Отче святый, соблюди их во имя Твое. То есть, Твоею помощью. Когда я был в мире, я соблюдал их во имя Твое. Опять беседует как человек, как пророк, потому что нигде не видно, чтобы он делал что-нибудь именем Божиим. Аминь. Аминь. Так.